еще ждут. Написали вчера, что нужно сдать. Вот мы пришли. Что с дома то сидеть дома, ничего не сделаешь хорошего. Поэтому хотя бы чем-то, чем мы можем помочь. Ну, это мое, наверное, мое обязательство. Я тоже не могу как по-другому помочь в Украине. Поэтому я добровольно сдаю кровь. Чтобы моя кровь досталась раненым нашим бойцам. Наш центр, который находится на территории 11-й больницы, Воробьева 5, центр по забору крови. Сегодня какой график работы? Сегодня мы работаем с 8 до 4 часов дня. Доноры могут приходить, будет производиться забор крови. Завтра, в субботу, мы работаем с 9:00 до часу дня. В воскресенье, к сожалению, центр не сможет работать. И с понедельника мы работаем с 9 до 4. Перед донацией обязательная подготовка. Завтракаем обязательно, но завтрак должен быть легким. Это гречка, овсянка на воде, выпиваем чашечку сладкого чая, водички, стаканчик. Никаких вареных, жареных яиц, бананы, молочные продукты. Это продукты, которые нежелательно перед сдачей крови употреблять. Соответственно, жирная калорийная пища вечером и утром и алкоголь. За двое, за трое суток желательно вообще отменить. Лекарственные препараты, если это какие-то сильнодействующие, успокоительные, или же кроверазжижающие препараты, аспириносодержащие, такие как, к примеру, аспирин, кардиомагнил, это препараты, которые желательно хотя бы за двое суток перед сдачей тоже не принимать. Антибиотики, препараты, которые тоже нежелательно, после приема антибиотиков кровь не сдается. То, что касается простудных состояний, если человек накануне или в данный момент чувствует, что он простужен, опять же, это временный отвод. Значит, после простуды должно пройти около 2 недель. И, соответственно, если простуда сопровождалась приемом противовирусных, антибактериальных препаратов, соответственно, тоже после окончания приема должно пройти где-то 10-14 дней. Все. Ну, то, что касается девушек, соответственно, если девушка в положении или кормит грудью, то это тоже ситуация, которая неприемлема для сдачи крови. Доброго дня, шановні одесити, шановні земляки. Сьогодні ми знаходимося з керівництвом Департаменту охорони здоров'я на території нашої лікарні номер 11, відділенні переливання крові. На 9-ту годину сьогодні вже прийшло мешканців міста Одеси більше 20 чоловік. Вчора здали кров більше 40 осіб, це були працівники нашої лікарні. По-перше, ми дуже вдячні тим мешканцям міста Одеси, які відкликнулись на наше прохання. І дуже приємно, що вони розуміють, для чого це вони роблять. Ми ще раз звертаємось до всіх мешканців, до всіх бажаючих. Будь ласка, у кого є можливість по медичним показанням, приходьте на наші пункти. Це лікарня номер 11 на вулиці Воробйова, це станція переливання крові на Бісквітному провулку і при військовому шпиталі. Дуже буду всім вдячна, нам всім миру.